10 декабря – праздник иконы Божией Матери Знамени. Икона Божией Матери, именуемая Знамени, изображает молитвенно поднявшую свои руки Пресвятую Богородицу. На груди ее, на фоне круглого щита, благословляющий младенец Христос. На Руси иконы Знамения появились в XI-XII веках. Свое название они получили после чуда, совершившегося в 1170 году в Новгороде. К городу тогда подошли войска нескольких удельных князей. Новгородцам оставалось только молиться. Архиепископу новгородскому Илье открылось, что городскую стену нужно обойти с образом Пресвятой Богородицы. По преданию, враги выпустили тучу стрел в крестный ход. Одна из них попала в иконописный лик Царицы Небесной. Внезапно все увидели, как из глаз ее полились слезы, и икона повернулась ликом к городу. Увидев такое знамение, враги в ужасе бежали. Сейчас чудотворная икона хранится в Новгородском Софийском соборе. Существуют и другие чудотворные списки с иконы знамения: Курская коренная, Абалатская и другие. Чествуя икону Божией Матери, именуемую Знамение, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас!